И снова здравствуйте, всем привет. Итак, давайте попробуем в этом ролике сделать, значит, взлет вот этих, значит, ворон с церкви после удара колокола, допустим. Как это дело будет выглядеть, значит, так, есть анимация вот эта вот полета. Давайте посмотрим. Все это дело, опять же, повторюсь, есть в группе. Качайте. Вот, можно все это дело использовать. Там пока ворон мало анимаций. Ну, в будущем, думаю, поднакидаю побольше. Ну, потихоньку так, как буду делать. Буду обновлять, значит, те файлы. Так, что нужно сделать? Вот эту всю штуку нужно пустить по пути. Но, какой казус? Значит, что есть анимация, и они сразу пойдут на взлет. Где-то вот момент торможения нужно как бы добавить, а как это все дело сделать, значит, на пути, я это дело еще не изучал. Значит так, нужно замедлить вот эту штуку. Если, значит, так, а как же это все дело, правда, что проработать? Если задержку какую-то, и есть, значит, у нас опять же вот этот гражданин, да? Что мы сделаем? По примитиву выбираем, значит, в постмод все кадры. Нам нужно хотя бы кадров 300. Значит, эти кадры с задержкой переводим. Ну, давайте, пока колокол ударит. Это получается удар колокола, показ церкви туда-сюда. Задержку сделаем, значит, удар колокола это можно отдельно снять, и чтобы камера успела, значит, сфокусироваться, а потом снимать взлет, да, в принципе, достаточно будет, ну, пускай 70 кадров. Так, здесь прописываем, так, раз. Вот. И прописываем на месте тоже и. Все нормально. Выбираем теперь все вот эти кадры и смотрим. Значит, закончился он на 91-м, 70-й, Shift-D. А ну-ка. Смотрим. Все нормально летит. Опять же выбираем. Shift-D. Выбираем опять же все кадры. Shift-D и так далее. Смотрим, чтобы риг был выбран весь. Иначе у нас тогда получится, что у нас вот этот гражданин выберет не все, значит, кадры. Не всех костей. И будет казус. Так, ну оставлю вот, где он тут. Раз, 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 раз. Значит, тут он на взлете, и в принципе, что? Ну, я думаю, 300 кадров должно хватить. Так, а ну-ка это все. Ладно, оставим. Пока оставим. Задержка есть, все. Файл сохраняем новый. Плюсом, да? Теперь заходим на церковь. Файл open. Так, open. Церковь Дедвуда. Она уже в группе, ее можно скачивать. Я добавил тут, значит, лавки, добавил трибуну для попа. Значит, вот он, распятие тут есть. Ну и там еще можно что-то поставить. Ну, Дедвуд, как сказать, он нищий такой, ну, бедный город, да, после войны. Не все там благополучно. Так что вот я думаю, для проповеди хватит и такого, значит, окружения. Здесь сядут люди, здесь станет святой отец, там вдали можно посадить инвалида у дверей, заполнить хотя бы вот эту вот, вот этот ракурс, ну и тут кого-нибудь одного посадить, или можно взять вот таким вот образом. А вот когда будет падре выступать, то можно сюда одного на край и сюда двоих, ну, чтобы заполнить первые трибуны и как бы
массовку какую-то раскидать, посадить. Один тут, один там, ну, короче, там мамка с детьми, там, ну, как бы так бы. Это дело я еще не прорабатывал, еще об этом, значит, не думал. Так, смотрим, как сработают наши дятлы с анимацией. Сюда, значит, линкуем, значит, ворон, рик, полет. Коллекция, коллекция. Так, вот он у нас тут, птиц. Делаем ему S, S, S. Тут еще свет ему надо убрать, я его настраивал. Так, рассчитываем его, значит, размер. Смотрим. На первом кадре в кейфреймах давайте вот это все уберем. И поставим локация, ротация Skyl. Почему? Потому что, ну, когда они там будут сидеть с поднятыми крыльями, согласитесь, будет дело не очень хорошее. Значит так, на так, каком он уже взлетает? Вот на этом кадре, да? На 70-м. Так, 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 нет. Сразу, чтобы замах шел, это значит 74-й кадр. Так, это значит единица на паде, и значит прописываем и Lockrot Scale. И значит на первом кадре делаем S, вот это все в ноль. Ну, можно, чтобы там как бы он виделся, да? И. Так, ну вот это, я думаю, сильно он большеватый будет, да? Давайте еще его уменьшим. Вот так. И косяков меньше будет видно. Так, и вот этот первый кадр Shift-D подведем, значит, сюда. Есть такое дело. Значит, теперь та-дам-та-дам, идет удар. И, значит, здесь, значит, так-так-так-так-так, появляются птицы, да? Так, S, I. Увеличим чуть-чуть ее по размеру. И нам нужна конечная точка. Конечная точка пускай будет, ну, 250 кадров, вот, которые стоят. Да? Ставим тройка на нампаде и находим конечную точку, где он должен оказаться. Ну, допустим, уйти с вида камеры хотя бы. Да? Вот, прописываем. И здесь уже делаем, а ну-ка, подождите, тут уже делит пока. И нужно подгадать его размер. Потому что S. Здание тоже не огромное. Это, ну, как бы, не храм какой-то там, а просто деревянная постройка на Диком Западе. G. И вот он улетает с глаз долой. Смотрим, как это все дело произойдет. Вот. Улетает, да? Но мне не нравится его траектория. Вначале он должен как бы оттолкнуться, все правильно, да? Потом как бы R тут еще перекрутиться и потом кверху подняться. Потом R перекрутится. И, а ну-ка, смотрим, как это все дело происходит. Ну, вот это, да, будет плоховато. Нет, давайте вот эти кадры удалим. И пусть он летит по прямой. Так, ну здесь вот можно чуть-чуть, значит, R искривить его где-то. Тогда вот этот кадр Shift-D подведем к этому поближе. И он тут будет тогда на месте. Видите, здесь эта штука не прокатывает. Нужно прописывать тогда постоянно. Если вот
Вот он взлетел. Здесь ему нужно как бы R перекрутить перед этим кадром уже на месте. Потом, значит, вот этот кадр увести как бы вниз R и переписать его. Угу. Тут какая-то заторможенность стала появляться. А ну-ка. Да, вот здесь какая-то остановка. И значит, он должен оказаться G где-то, ну, тут. Так, расстояние большое, поэтому... Видите, он взлетает, летит-то он хорошо, но медленновато, как бы кажется, да? Машет крыльями, вроде прикольно. Ладно, смотрим. Потом появится какое-то решение этого вопроса со временем. Я еще подумаю, сейчас вот что получится, и там уже можно будет корректироваться, уже на базе этого работать, да? Так, значит, на первом кадре выбираем нашего вот этого птиц. Делаем Shift D. Так, R. Допустим, ну, тут одного посадим так, чтобы его видеть хотя бы. Так, угу. Косяк в чем, что теперь нужно на этого гражданина анимации удалить. Так, и вот эти анимации придется тоже удалить. И придется делать на каждого бжик. На своем месте бжик, да? Семерка на нампаде, делаем R. Смотрим, где он, да как. Так, делаем тут уменьшенное на 70-м. Делаем ему S. Делаем G. Ложим его как бы куда-нибудь прячем пока. Прописываем и. Так, тут делаем S. Уменьшаем. Так, Shift D. Подводим, значит, первый кадр поближе, чтобы этот, значит, поднялся. И, значит, на последний кадр G, его, значит, вверх прописка. Вот, уже двое есть. Но у них прописка, значит, на каждом своем месте. Вот это уже как бы неинтересно, да? Ну, у них как бы и запоздание нормально. Так, выбираем вот эту пчелку, эту Shift D, R. Так, вот эти кадры опять же мы удаляем. Угу. G. Так, а что я делаю? Что я мудюсь? Так. Можно ж просто переписывать их, да? Не, ну тогда будет еще геморней. Да, тогда будет гемор, пардоньте. Мысли вслух.
И делаем, значит, S. Опуск. Так, можно еще S, чтобы хоть какую-то было побольше видно. И прописываем I. Вот, видите, что произошло. Она отскочила куда не надо. Значит, тут делаем S, 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 S в 0. Так. Прописываем I. Shift D опять же подгоняем. И на последнем кадре тройка на нампаде, единица на нампаде. Так, 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 так. Делаем G. Угу. Или давайте эту как бы вниз отпустим. О. Как она летит. Все, она летит ровно. Да, медленно это все дело происходит. Нужно резче. Но я потом подведу, наверное, вот эти все кадры какой-то к другому, чтобы это все дело резко происходило. Так. Ну, мало, значит, этих птиц. Давайте еще сделаем Shift D. Так, пропишем I. Здесь, значит, удаляем, чтобы она на месте осталась. На 70-м, да, одну можно чуть попозже запустить. Значит, мы одну можем на 93-м. Ну, чтобы у них была, короче, как бы задержка, да. Так, вот так. Они же должны еще в разные стороны разваливать. Это значит в эту сторону полетит. Так, только с верхней точки. Да, вот то еще надо точки выгадывать, чтобы вот интереснее взлет был. Так. Первый кадр Shift D опять же подгоняем к этому кадру, чтобы она хоп и резче, значит, было. Так. И эту, значит, уже G, значит, R кверху отпускаем. Прописка. Так, ну вот эту можно G даже, а ну-ка попробовать на 187. Так, что тут происходит? Вот эту, значит, удаляем и ставим на 160 единица на нампаде и делаем G. И, а ну-ка. Так, это быстро. А ну-ка, если G подальше отвести. Так, это уже плохо прописывается. Нужно сразу, видите, значит, эти взлетают и, значит, ну, пускай тоже, значит, а ну-ка, G, подальше, значит, чтобы скорость была больше, потому что расстояние больше, и она эту, это расстояние от башни до вот этой точки должна пройти именно побыстрее. Тогда будет скорость больше. Я думаю так. А ну-ка. В принципе, что? В принципе, нормально. Так, если еще добавить каких-то птиц, давайте выберем опять же первый кадр какой-нибудь. Так, а это что она тут делает? А, вон еще косяк какой, да? Угу. Надо вот эту птицу было на первом кадре вот тут еще прописать.
Я думаю, что не так? А ну-ка, это delete, и тогда... Вот этот кадр delete, а этот HFD сюда подтягиваем. Вот. Так, теперь с верхней точки, наверное, что же, где-то за купола или с крыши. Давайте еще с крыши одного там посадим. Ну, в принципе, уже насколько много их должно быть. Но главное, чтобы они улетали. Чтобы были на фоне. Shift D подводим, значит, из-за крыши пусть тоже вылетают. Побольше прям. Вот общая масса будет уходить именно из-за крыши. Вот так. Тогда тут будет проще их и прятать, и, значит, корректировать, да? Так, пропишем. Блин, не там, да? На первом кадре было а ну-ка G. И прям тут его садим. И прописка. Ненужные кадры удаляем. Это значит Shift D. Сразу подгоняем к этому. А эти два тогда удаляем. И значит здесь ее делаем с запозданием S. Увеличиваем. G. Прописываем I. И на 250, допустим, G. Ну, как бы по прямой пустырь летит, да? Ну, чтобы в разные стороны. Нормально. Так, смотрим, насколько их хватает. А ну-ка. Три, четыре, пять. Маловато, да? А если их, вот этих всех граждан сдублировать, вот так вот. Сделаем Shift D. Так, на первый кадр, да? Делаем Shift D. И где-нибудь их там спрячем сзади, допустим, вот так вот. Раз. Пропишем И. Уберем вот этот кадр. Тут чуть-чуть будет. Ух ты, уже на нулевой поставил, ну ладно. Так, теперь этот кадр Shift D на вот этот кадр. И придется переписать вот эти кадры, да? Значит, здесь они как бы тоже разлетаются, да? Только разлетаются они, значит, G. В другую сторону прописываем и на сотом кадре G они взлетают тоже в другую сторону. И теперь он, ну, вроде летает, да, ну-ка, вопрос, куда они летят, потому что я их всех выбрал. Так, а ну-ка, раз. О, классно получилось наложение, да? Вот эту тогда кадр delete. И тогда что получается? А ну-ка. То 20 тогда delete.
Вот, у каждого своя точка, значит, свой поворот. И... А ну-ка. Во, нормально. Так, а тут что получается? Все, сзади они вот это все засуетились, и потом раз еще спереди пошли, да? Так, а это вот тоже птиц. Нормально. О, вот это мне уже нравится. Вот это уже хорошо. Так, теперь что еще можно сделать? Так, давайте посмотрим. Ну, размер, кстати, ворон, я думаю, достаточный, да? А ну-ка. Выбираем камеру. Опа. Находим, где ты тут находишься. А, это не та. Это Shift-F. Это не та камера. Это камера попугаев. Shift-F. Так, 0 на нампаде. Делаем Shift-F и погнали, погуляем. Так. Так, так, так. А ну-ка, G. 0. 1000 стоит. Камера выбрана. Так. Надо удалять камеру попугаев. Они видно, те камеры тоже пересекаются. Да. Так, не вопрос. Сохраняем файл Save As. Церковь Дедвуда. Значит, вороны. Открываем воронов. Так, вороны, вороны. Полет. Удаляем у них свет, камеру. И сохраняем файл save. Потому что у нас файл линкованный. И все, что вы здесь уберете, пропадет, значит, в той сцене. Так, теперь open церковь Дедвуда. Смотрим. Так, 0 на нампаде. Опять какая-то камера. Нужное не выбирается. Баг. Вот этот, походу, баг. Так, а где этот баг находится? А, так, 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 так. А где тут вырезать? Нету. Во. Была удалена ненужная камера, и все, значит, зашибись стало. Так, смотрим. Ну, в принципе, их будет видно, да? А ну-ка, на первый кадр. О, нормально. Зашибись. Если что, их можно еще будет больше сделать, увеличить. Так, теперь что нужно сделать? Давайте тройка на нампаде, добавим рик. Shift, так, Shift A, сочетание клавиш арматура. И значит viewport in front display. Заходим в edit mode. Значит теперь G. Единица на нампаде. Делаем S. Делаем G. Давайте вот здесь, да? Так, сначала, наверное, сделаем над вот этой штукой. Так, вроде попало. А ну-ка, G по центру ставим.
И теперь с этой штуки вытаскиваем еще одну кость. Так, эту кость Alt-P Player Parent и через Shift Ctrl-P Keep Offset вяжем вот так. Так. Здесь у нас еще есть, видите, бревно. Вот, бревно есть. Она должна ходить с бревном, наверное. Я думаю, да. И значит. Я думаю, будет ходить что по-простому такому. Давайте проверим. Теперь, значит, выбираем вот этот колокол, выбираем рик. Так, единица на нампаде. Заходим. Привязываем все это set origin к 3D геометрии и вытаскиваем подальше от птиц, чтобы птицы не привязались. О, почему? Два колокола у меня. Опа. Ну, давайте Ctrl-P. Нет, наверное, нижнюю. Вот выберем саму эту конструкцию, выберем кости, заходим в PostMod. И просто привяжем Ctrl-P бон к нижней, значит, косточке. Так, куда она убежала? Ctrl-Z. В чем эта печаль состоит? А в том, что вот эта штука Alt-P Clear Parent должна быть отвязана. И, значит, G куда-то она пропала. А, вот она. SG. Поменяла свой размер. Так, где ты находишься, чтоб тебя найти? Так. Давайте подгадаем по размеру, чтоб потом, значит, не нажимать какие-то scale, там еще что-то. Так, а ну-ка. Все. Shift A. Нет. Так, Shift S. Нет. А как же сохранить? Ctrl-S. По барабану, короче. Забыл я сочетание клавиш. Ctrl-A. Да, вот он. Ctrl-A. Scale. Выбираем Scale. Ну, сохраняем размер вот этот. Так, и теперь выбираем косточки. Заходим в PostMod, выбираем эту же кость, делаем Ctrl-P и делаем бон. Так, проверяем. Ух ты, косяк. Ну ничего, это не такой косяк. Это просто нужно подправить тут его. Оп. Выровнять, все подкорректировать. Значит, опустить, чтобы вот эта верхняя root-кость не влияла на нижнюю, не тянула. Ну, чтобы все нормально было, да? Так, и еще что нужно сделать? Выбрать, значит, церковь, зайти в Edit Mod, выбрать L английская и L английская, вот это все повыбирать. И раз у нас два колокола, один-то нам не понравится, Delete Vertex, все, мы его удаляем. Заходим в Object Mod, смотрим, заходим в Post Mod, выбираем кость Root. Заводим, значит, в церковь вот этот колокол. И на первом кадре, значит, делаем R. И потом на 10-м делаем R. И вот эти теперь, значит, Shift D,
20-й, 30-й, Shift-D, 40-й, 50-й. Так, здесь они еще дятлы, значит, сидят. А с какого у них начинается взлет? О, тогда вот эти все кадры, значит, G перетянем на 60-й, да? Так, а здесь его вровень выровняем, чтобы, ну, как будто его только раскачивают, да, там, допустим, R чуть сюда, вот так вот. Ну, все нормально, что? В принципе, может получиться хорошая сценка. Только вот это теперь надо Shift-D. Не, вот это надо. Shift-D и до конца, ну, чтобы уже гремел так до конца. Возможно, птиц маловато, но это можно посидеть и еще их тут подобавлять. Ну, в принципе, что, птицы есть также. Так, это я в постмод, а ну-ка. Не так уж их и много, но в принципе нормально. Так, и сколько тут получается? 45 тысяч полигонов, но это потом залинкуется, значит, в город Дедвуд. И когда это все прогремит, потом будет, сейчас покажу, как внутри там будет обстоять дело. Значит, на S... Нет. Так, нужно на картинку, да? Можно, конечно, еще старым способом сделать, где я делал мух, значит, над вольтом. Но там будет она следить за каким-то примитивом, и они будут как-то, я думаю, не так индивидуально, как ты каждую установил, допустим, да? Так будет лучше смотреться. Пишите ваше мнение, как лучше сделать. Сейчас я все это дело... на главную за сандалию. Так, давайте зайдем теперь внутрь церкви. Тут можно рик еще для дверей сделать, чтобы они открывались. Там все-таки прихожане будут. И значит, здесь стоит падре, здесь сидят люди. После того, как птицы взлетают, здесь, короче, начинается месса. И что должно получиться? Вот такое что-то. Одного гнилого яблока, люди. Этого достаточно. Одного гнилого яблока, и вся бочка станет гнилой. Вот такая информация. Если кто-то еще захочет, значит, что-то скачать, какие-то модели, заходите в группу, пробуйте, значит, делать свои анимации. Там уже, в принципе, можно собирать локации, какие-то... Значит, дома доделать самому, какие-то, допустим, участки тоже можно попробовать самим сделать. Но база уже есть. Ну, такая штука. Все, всем пока, до свидания.